Я Маргарита Белова, ваш путеводитель по самым интересным местам Барнаула и Алтайского края. Сегодня идем не туда, куда можно приехать, а туда, откуда можно уехать. В моем телефоне два интернет-приложения для вызовов такси, где-то 10 номеров служб, но ситуации бывают разные, поэтому сегодня ищем в Барнауле места, где, выйдя на улицу, можно наверняка поймать машины с желтыми шашечками. Первая точка – поселок Южный, улица Белинского, возле детской поликлиники. Лично я пользуюсь такси, которые стоят на этом месте очень часто, потому что живу в пригороде. И добраться после 10 вечера на общественном транспорте до моего дома невозможно. А вот до самого Южного на автобусе, пожалуйста, получается своеобразная пересадка. Очевидные преимущества этого места – такси здесь стоит практически круглосуточно, если, конечно, немного вызовов. Еще удобно с ребенком, потому что поликлиника в двух шагах. Возле ЦУМа, конечно, есть. Только за 10 минут мы насчитали порядка 10 машин. Ну а как иначе? Главный магазин на главной улице Барнаула. Здесь многолюдно. Рядом кафе, рестораны, множество магазинов. Вечером гуляет молодежь. Что удобно, так это, не зная адреса, вызвать сюда машину, даже если остальные уехали развозить других клиентов, очень просто, потому что, ну, каждый оператор знает этот адрес. В спальных районах Барнаула тоже есть пятачки, где стоят машины с шашечками. Например, недалеко от пересечения Малахова-Юрина. Здесь мы нашли всего лишь одну машинку, и она тут же уехала, наверное, на заказ. Ну а по дороге проезжает очень много таксистов, так что можно выйти, проголосовать и стать так называемыми флажками. Советы бывалых. Хотите быстро найти машину, отправляйтесь на парковку в ближайший торговый центр. Здесь постоянно кого-то увозят, кого-то привозят. Поэтому водителя с шашечками найдете через 10-15 минут и благополучно уедете по нужному вам адресу. Такси по городу, берем такси, 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 недорого. Эти фразы возле авто и ЖД вокзалов можно услышать очень часто. Здесь, пожалуй, самое хлебное место для водителей. А вот цены, особенно участников, кусаются. Это был путеводитель по местам, откуда можно уехать. Дополняйте его своими точками на карте. Счастливого пути!